В Мурманск вернулись участники научной экспедиции Арктического плавучего университета. В этом проекте уже много лет принимают участие представители самых разных вузов со всей России. На этот раз молодые ученые изучали Карское море. Репортаж Игоря Гинка. Это же оперяющий размок, правильно? Он идет с севера на юг. Нам нужен вот такой профиль. Почти полтора месяца исследований одного из самых сложных и богатых морей страны. Плавучий университет МГУ завершил свой 21-й рейс. На борту почти 40 молодых ученых из 7 вузов страны. От Калининграда и Севастополя до Новосибирска, которые все это время брали пробы, исследовали шельф и изучали, что же там под толщей воды. У нас на гидролокации как раз хорошо прослеживались даже вот места, где повышено содержание солей, они очень хорошо были видны на наших датаграммах. Иногда рыб видно. Пообщался с очень крутыми специалистами, которые дали понять, что можно развиваться и в другой области, в которой я раньше никогда не сталкивался дальше. Видишь, да, что она начинает растворяться? Она связывает ДНК, чтобы не потерять. Проект «Плавучий университет» существует вот уже 30 лет при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Девиз этой экспедиции – обучение через исследование. После такой практики ценность молодых специалистов кратно возрастает. Ведь самый важный для геофизиков этап – получение материала – ученые «Плавучего университета» проводят в уникальных местах. Ледник оставляет за собой специфические формы рельефа, по которым мы можем выяснить, докуда он дошел и как он отступал. Также мы искали зоны, где газ с больших глубин мигрирует наверх. И на поверхности в придонном слое осадков мы можем обнаружить его следы. Часть данных обрабатывалась прямо на судне сразу же после поднятия проб, чтобы вещества из них не улетучились. Отдельное место в работе ученых занимали новые способы изучения шельфа. Вот уже несколько десятилетий русская Арктика – регион повышенного внимания и исследований. Больше 5000 километров съемки рельефа дна, больше 3000 километров сейсморазведки, более 100 там, станций пробоотбора. Это, конечно же, не локальная работа, это все часть большой череды исследований Арктики и дальнейшим опыт исследований в Карском море, помимо того, что повысит количество информации про Карское море, будет расширен на всю Арктику. Полученные данные позволят ученым не только понять, что было, но и что будет в этом важнейшем для страны регионе, когда обработают результаты. По итогам только этой экспедиции междут научные статьи, кандидатские работы и даже докторские диссертации. Промежуточные итоги молодые ученые обещают подвести к концу уже этого года. Финальные же отчеты будут доступны через пару лет. Игорь Агеенко, Антон Климовский, Дмитрий Кваснюк. Вести из Мурманской области.